2 години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила в цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйновано. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. Сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно только объединив усилия мирового сообщества. Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии.